Норково? Да. Сколько стоило в рублях? 190. Я так понимаю, она с капюшоном, да? Угу. Мех блестит. А производство Греция? Карманы Греция, глубокие. Норка канадская. Канадская? Да. Тут вот это. Лейбл. Сагафурс. Это норка не щипанная, да, я понимаю? Нет, нет. А чем, почему не щипанная? Что это обозначает? Это обозначает, что... Что она что-то с двух сторон, нет? Или нет, как? Как шкурки были. Ага, так их сделали. Положили, да, в распуск. Ну-ка. Это так красивая шуба, что ты сомневаешься, мам? Угу. Отличная. На тебе сидит хорошо. Единственное, что ты сомневаешься, тяжело весит? Да, что... Ну, говорят, что если выбирай легкую, но холодную, угу, теплую, но потяжелее, из-за капюшона. Видишь, капюшон с двух сторон, вот он тяжелый. Потрогай. Да, капюшон тяжелый. Вот капюшон, он, наверное, тяжелый. Килограмм весит. Ну, тут смотри, сколько зверьков-то ушло, которые плакали. Достаточно. Думаешь? Да, ну, с двух сторон. А нет, ну, а какое качество переливается? Да. У нас коты черные были, вот я щупал их. Точно такая же нефть. Вот говорят, что хорошие машины бывают только черного цвета представительские, угу, как цвет нефти, цвет осетровой икры, плюс цвет нефти. На икру похоже. На икру, да. Блестящий. Ну, тебе нравится? Да. Сомнения есть. А на подкладе я видел. Подклад тоже такой недурственный. Угу. Где тут были какие-то надписи. Шкурки все. А вот, да. Что греческое. Карамитисос. Что-то греки так плохо живут, что мы у них шубу покупаем. Как ты считаешь? Вот шубка такая. А вот мужские, когда ходят мужчины в таких норках. Я мне кажется, это мувитон. Никого не видел. А я видел. Да? Председатель суда ходит. В шубе норковой, мам. В шубе норковой председатель нашего местного суда. Республиканского. А мне кажется, у него воротник с какого-то подсудимого сделан, нет? Абажуры из кожи. Да не, ну на самом деле говорю, хорошая шуба. Пуговица, все. Даже вешалка золотая была. Под золото. Не знаю, что у тебя, мам, сомнения. Ну, как всегда, новую вещь, за которую много заплачено. Нормалек. Да. Мне нравится. Я рад. Спасибо. Это она длинная, как бы сказать, она, ну, не длинная, по колено. Она чуть к низу расширяется, да, да, вот такой раз. Да. Роспуск называется. Роспуск, модель. Да. Так, колокольчик. Ну-ка, этикеточка. А, вот это то же самое. Грикфир. Сагафурс. Угу. Сагафурс фирма известная. Да, это канадская.